Салют всем, алоха, криптовалютчики! Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня я расскажу вам про интереснейший блокчейн-стартап под названием Arrow. Что же это такое? Это децентрализованная экосистема платежей для электронной коммерции. Задача Arrow предоставить marketplace электронной коммерции, реализовать Touch and Pay криптовалютную карту, онлайн-криптовалютные платежи, а также единую систему вознаграждений. Все это доступно и возможно благодаря технологии блокчейн и платформе Ethereum. Я вам настоятельно рекомендую почитать white paper данного проекта, там все описано. Кстати, здесь на сайте у них вы можете найти ссылочку не только на английский white paper, но и у них на GitHub есть возможность почитать white paper на разных языках. Вообще, вот на GitHub вся информация в открытом доступе по этому проекту. Также есть one pager, также есть pitch deck. Информация присутствует на разных сайтах оценки, ICO Marks, Found ICO, Track ICO и многих других. Давайте с вами разбираться, какие цели, задачи стоят перед Arrow Token, как они будут перед Arrow и Arrow Token, который будет запущен. Итак, задачи. Arrow Pay – осуществить платежи нажатием одной клавиши, запустить Arrow Touch and Pay карту с возможностью микроплатежей, создать прозрачную экосистему для увеличения уровня использования по всему миру, увеличить использование токена Arrow продавцами, то есть создать некую адаптацию, а также реализовать единую систему вознаграждений в мире электронной коммерции. Каким образом и какие подходы предлагает Arrow? Значит, разработка онлайн-виджета Arrow Pay, который можно установить и интегрировать на любой веб-сайт. Простая система кэшбэка и система вознаграждений, обмена вознаграждений. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс, который будет удобен всем. Целевой и специализированный ресурс, предназначенный для поддержки продавцов и обеспечения успеха клиентских компаний. А также конкретная помощь в управлении компаниями, чтобы помочь клиентам максимизировать уровень использования данным сервисом. Ну и, конечно же, конечные цели очень просты, как я уже сказал, это предоставление комплексного решения для рынка электронной коммерции. Криптовалютная карта, криптовалютные онлайн-платежи, единая система вознаграждений, все это на блокчейне Ethereum, все это с использованием Arrow Token. Конечно же, очень важно, чтобы экосистема управлялась и поддерживалась самими клиентами, самими членами сообщества и, безусловно, была прозрачной и могла использоваться по всему миру. Вот так, друзья, я вам рекомендую подписываться на новости. Здесь вбиваете свою электронную почту, следите за проектом Arrow. Я вам в следующем видео расскажу побольше о данном стартапе. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!